Фонд развития моногородов и Фонд развития промышленности Башкортостана провели первую совместную инвестиционную сделку на 112 миллионов рублей. Эту сумму на условиях льготного займа под 5% годовых получит белорецкий завод «Рессор и пружин». Инвестиции пойдут на строительство новой линии по производству «Рессор». Также белорецкой компании одобрен льготный кредит от Фонда развития промышленности на сумму 74 миллиона рублей. Эти средства пойдут на расширение ассортимента продукции и объема выпускаемой продукции, а также увеличение количества рабочих мест. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в почти 320 миллионов рублей.